Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет, а сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 160. И нам нужно заполнить таблицу. У нас есть делимое, делитель и частное. В первое столбец нашей таблицы известно делимое, делитель. Нужно найти частное. Чтобы найти частное, нужно разделить 48 на 8. 48 разделить на 8 будет 6. Второй столбец таблицы. Здесь известно делитель и частное. Делитель 7, частное 9. Делимое неизвестно, нужно его найти. Чтобы найти делимое, нужно делитель частное умножить между собой, то есть 7 умножить на 9. 7 на 9 – 63. То есть делимое – 63. Третий столбец. Делимое 50, частное 5. Нужно найти делитель. Чтобы найти делитель, нужно делимое разделить на частное. 50 разделить на 5 будет 10. Делитель 10. Четвертый столбец. Делитель частное. Нам известно, чтобы найти делимое, нужно умножить 5 на 12. 5 на 12 будет 60. Значит, делимое 60. Пятый столбец. Делимое 88, частное 8. Нужно делитель найти. Чтобы найти делитель, нужно 88 разделить на 8. То есть делитель у нас будет равняться 11. Шестой столбец таблицы. Нам известен тут только делитель. Делимое неизвестно, частное неизвестно. Как в этой ситуации поступаем, когда два числа нам неизвестно, известно только одно. Одно число мы подбираем, то есть делимое нужно подобрать так, чтобы это число делилось на 9, а уже частное найти. Ну давайте пусть у нас делимое будет равняться числу 90, тогда частное 10. Дальше. Частное нам дано 10, нужно найти делимое и делитель тоже. Одно число мы просто выдумываем, а другое число мы находим. Ну и пусть делимое у нас будет равняться 20, тогда делитель будет равняться 2. Так, это был седьмой столбец, восьмой столбец. Делимое известно 60. Делитель частное нужно найти. Ну пусть делитель у нас равняется 5. Тогда частное будет равняться 12. И последний, десятый столбец. Нам ничего здесь не известно. Ни делимое, ни делитель, ни частное. Здесь мы два должны числа подобрать, ну а третье найти. Пусть делимое у нас будет равняться числу 25, делитель 5, ну а частное тогда 25 разделить на 5, 5. Вы могли, конечно, какие-то другие числа подбирать в шестом, седьмом, восьмом и десятом столбце, но я вот такие числа подобрала. Задание 160 мы с вами полностью решили, заполнили всю таблицу. И если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.